our next speaker is Markus Landgraf, who наш следующий докладчик там Маркус Ландграф, который работает на Европейском космическом агентстве. He's going to talk он about будет говорить space elevators, о because, you know, the rocket equation is pretty, лифтах в космос. Pretty unforgiving, and the M drive doesn't really get you out of gravity wells. So we might need a space elevator. Колодцах. Please welcome our speaker. Пожалуйста, поприветствуйте нашего докладчика. Thank you. Спасибо. Who of you have heard of the space elevator? Кто из вас слышал про Who of you believes to keep your hands up? Keep your hands up. Кто из вас Who of you believes to see a space elevator кто in a lifetime? All right. Okay. Что он увидит? So, most of you have heard about lift space elevator in about half, I would guess. Я думаю, около половины думают, что это действительно станет действительностью. Я хотел бы сегодня вечером сделать это особенное. As it gets, I believe, because I'm going to talk about the elevator to the moon. Реальным. Since I'm also representative of ESA, I would also like to talk about a little bit what ESA does today to go to the moon and why to go to the moon. So let me give just a quick overview on why and how почему и как кто-либо из нас мог бы попасть на Луну, и почему, собственно, ИСА, Европейское космическое агентство, хочет туда попасть. Затем, по сути, суть нашего доклада будет именно за пределами ракет. А также мы поговорим о тех преимуществ, которые мы получаем. Вот вы здесь, сообщество. Что нас всех собирает здесь сегодня? Каждый из нас смотрит, ищет какие-либо преимущества, ищет что-то хорошее в том, чтобы встречать других людей. И благодаря этому и существует сообщество. For anything that we try to do in society and space exploration is part of that. And brings me to the final point, which is the community. I would also like to share a couple of ideas with you that will enable you to engage in the space elevator in lunar exploration in general and with ESA, of course. All right, enough said about хорошо, the overview. Уже. So why the moon? This is a little fun bit that перейдем I put together, and I will just read it to you. I will not comment on it, because it's a bit the folklore about space and the moon. And you can form your own opinion about those things. Решить, some of them I will also talk. И у вас может быть свое собственное мнение по поводу этих вещей. Есть один знаменитый человек по имени Билл Кейси, у которого своя голливудская студия, который сказал, что Аполло был, собственно, не был настоящим, а все было снято в голливудской студии. Конечно, все вы знаете, что в 1972 году программа Аполлон была закончена. 2010 President Obama said, while talking about his vision on the space program, that we have been there before. Когда мы говорили уже о космосе, мы говорили, что мы уже говорили, что якобы мы уже были на Луне. Есть еще одно интересное фильм под названием «Iron Sky», то есть «Железное небо». And then, of course, in that и, конечно же, в этом фильме ей телефон звонит и спрашивает, кто же эти люди? Нация, слоны. Это интересный фольклор по поводу Луны. Действительно вдохновляющий. Now, if I say we, I always, in these talks with ESA, I'm always talking about us Europeans. But the European idea is bigger than Europe. So, то есть каждый раз, когда я говорю о Европейском космическом агентстве, я говорю о всех наших европейцах. Если кто-то из вас не из Европы, то представьте на минутку, что вы сейчас европейцы. Мы европейцы, все мы исследователи. Мой родной город — это в Хессене. Несколько дней назад я туда приехал, и там я сфотографировал
he did that under contract of a nobleman in Kassel, who sponsored, you know, artists, scientists to come to his court and teach about science. То есть у нас был известный человек 18 века, который спонсировал ученых, которые занимались исследованием космоса, неба. Это часть нашего культурного наследия. This nobleman is the grandson of another nobleman who hired a Swiss guy to come also to Kassel to measure the position of the stars in the sky. At the time, a very difficult undertaking because the stars move in the sky due to the Earth rotation. So you have to know the time very well if you want to tell what is the position of a star, because it's, you know, if you don't know the time, it's moving all the time. So this guy, Jost Bürgi, made a clock. And that clock was so precise and it needed a определенный аппарат, который были настолько точны, что so the second, the time unit second was invented in my hometown of Kassel. Not many people know that. То есть настолько высокоточно, что они измеряли секунды. То есть, по сути, можно сказать, что секунды были изобретены в моем родном городе. Теперь вы понимаете, что если не было бы секунд, то наши, собственно, наручные часы были бы в проблеме. It's really much inspired by inspiration and inspired by exploration, of course. Но вы видите, что каждый наш день. Another reason why we should go to the moon is discoveries. Now a little bit arguing against President Obama. We have not. Но теперь поговорим о расследовании. Здесь небольшой аргумент против Обамы. But the moon is largely unexplored country. На самом деле, что Луна — это в основном не исследованная страна, не исследованное место. В книге «Новая Луна», опубликованная в 2013-м издательством Кембриджского университета, говорили, что есть новая Луна. Многие из наиболее драматических последних научных открытий в астрономии и Луне. То есть только лишь последние пару лет лунное исследование вновь стало ускоряться, и многие не осознают, насколько быстро наше знание о Луне изменяется. То, что вы видите на нижней картинке, это очень таинственный район, так называемый Айна. Это место вулкана. То, что вы видите здесь, это более яркая часть. То есть это, наверное, такая более известная часть Луны, в то время как большая часть Луны все по-прежнему остается еще неисследованной и темной. Есть настолько много еще вещей, которые можно исследовать, что как скажем, если бы пришельцы пришли на Землю и попали в какую-то пустыню Гоби и сказали, что мы побывали на Земле, ну, это также утверждает, что мы побывали на Луне. Здесь текст, пожалуйста, вы можете прочитать его уже после доклада, а потом поговорите со мной. Сейчас читать не обязательно. То есть есть две школы мысли. Первая говорит то, что ресурс у нас на Земле заканчивается, то есть и в какой определенный момент они закончатся. Другая же школа мысли говорит о том, что ресурсы безграничны, и они нужно ориентироваться на Вселенную. И вот один из исследователей, который тоже был частью команды Брауна, нацист, который ехал в США и возглавил потом проект космический проект США, тоже попреследовался это второй школы мысли. Extraterrestrial energy source, which is the sun. So, phytoplankton
discovered by evolution, фотопланктон, обнаруженный эволюцией, сам обнаружил, что можно из солнечной энергии получать энергию и сохранять ее. Таким же образом, человеческое развитие тоже является своего рода эволюцией, и нам удастся преодолеть это. Как мы это преодолеем? Это на самом деле тоже достаточно ясно. Мы будем использовать ресурсы не с нашей планеты. Третья причина, почему нам нужно использовать Луну, это вот вы видите здесь гравитационную воронку, создаваемую Землей. Но Луна там создает тоже определенно, меняет эту такую, немножко изменяет эту гравитационную воронку, так что вы, используя которую, вам будет легче как бы достигнуть как поверхность самой Луны, но также выйти в дальний космос. А сейчас поговорим о том, почему же так сложно туда все-таки попасть, на Луну. Изначально в 1895-м русский ученый Циолковский сформулировал уравнение. Которая описывает единственную манеру, как попасть в космос. То есть если я сейчас иду по сцене и то я, по сути, отталкиваюсь от сцены или другими словами, отталкиваю сцену от себя. Если бы поверхность была скользкой, я бы просто упал. Но в этом случае мне бы пришлось использовать какую-либо другую силу, чтобы позволить мне двигаться. У нас есть разница в силах, дельта. В нижней части вы видите те числа, которые не настолько важны, но очень важно попасть как бы с низкой орбиты к близости Луны, а затем и к поверхности Луны вам необходимо 2000. Если вы знаете, что наши сегодняшние технологии ограничивают нас, и это все объясняет, почему нам нужны огромные ракеты, даже для того, чтобы отправлять небольшие грузы в груз. То есть у нас есть та же ракета «Ариан» в несколько сотен тонн, всего лишь для того, чтобы отправить какие-то 10 тонн в космос. Здесь вот видите таблица, сколько стоит сегодня, если вы хотите отправить что-либо в космос. То есть запусковая установка, это примерно будет стоить 10 тысяч евро за килограмм. Но если вам нужно принести назад с Луны, то это уже будет 10 миллионов евро за килограмм. То есть даже если вы придумаете свой самый дорогой металл, материал, который существует в природе, все равно не имеет никакого смысла добывать ее на Луне. Единственное, что могут, конечно, сделать частное, и космические извозчики, они могут понизить эту цену. Да, но все равно она не будет настолько низкой, чтобы экономически оправдать добычу в космосе. That for each kilo you pay less if you have a big rocket. And that's why при этом здесь есть определенная экономия на масштабах. То есть, когда вы закупаете больше килограмм, то это становится дешевле. То есть, скажем,
запустить эти несколько тонн может быть дешевле, чем запустить несколько килограмм. И в Европейском космическом агентстве существует программа, чтобы доставить нас до Луны. Опять же, самая большая проблема — это получить доступ к Луне. И именно поэтому есть вот самый верхний слева прямоугольник. Затем сверху справа — the surface operations, то есть операции на поверхности. Затем, что нам нужно? Нам нужно поменять транспортное средство. Когда закончилось, скажем, топливо, то есть выбросить его, нам нужно приземлиться, там, а также нам нужно потом подняться с поверхности Луны, что тоже тяжело. То есть вы можете дальше разлагать на небольшие проблемы. И по каждой из этих проблем у космического агентства есть тоже программа по решению этих проблем. То есть мы работаем над созданием космического движущего устройства, в котором могли бы перемещать людей. This is a habitation staging post in this is in cislunar space that will enable. То есть вот этот модуль, в котором можно жить, куда и не только на Луне, но и в том числе и в более дальнем космосе. И мы работаем с Роскосмосом, российским космическим агентством над созданием камеры к 2018-му, которая бы позволила нам подойти к приземлению на Луне. То есть у нас есть консорциум международных партнеров, вместе, которые выполняют, создают как и роверы, которые бы существовали, путешествовали бы по поверхности, перемещались по поверхности Луны. То есть роль Европейского космического агентства именно хочется сделать именно на спуске, запуске, то есть доставить до Луны. Другая проблема, которая будет, это обитание на поверхности Луны. Она, конечно же, не такая сложная, как обитание в открытом космосе, но по-прежнему остается большой проблемой. Еще одна тема, которой нужно заняться, это получение ресурсов с Луны. И не обязательно для получения денег, чтобы но для поддержания жизни на станции, на лунной станции. Вот здесь пара стрелочек, которые показывают, каким образом мы бы хотели развивать этот проект во времени. Первое — это буровая установка и камера, то есть, опять же, к 2020-му, 2021-му с Роскосмосом, затем к 2018-му мы запускаем, затем обитаемый модуль где-то в 2020-х, возможно, раньше. Вот здесь интересная демонстрационная миссия где-то в середине 20-х, а затем Европейское космическое агентство планирует уже после этого серию миссий с людьми. То есть это то, чем мы занимаемся сегодня. И я обещаю вам, на самом деле это все реально. Но давайте же пойдем за пределы этого, за пределы ракет. Когда я сказал, что мы можем передвигаться в космосе только если нам удается что-то отталкиваясь от чего-либо, я на самом деле немножко лгал вам, потому что если у вас есть физическое соединение к какому-то орбитальному телу, то вы можете получить от него момент силы, который вы можете использовать. Сейчас представим себе длинную веревку, и по этой длинной веревке идет к центру Марса.
в конце. Веревка достигает до поверхности планеты, и она также вращается вокруг планеты с системы, как раз таки с тем же самым, с той же самой вращательной скоростью, как и сама планета. И вы можете подниматься, опускаться по этой веревке. Я знаю, у вас головы полны вопросов, и я постараюсь ответить на них. И, конечно же, более широкое сообщество по космическому лифту тоже. То есть энергия — это не самая главная проблема. Опять же, нам нужно много энергии, чтобы пройти вот по этой гравитационному колодцу. Но это киловатт где-то на килограмм. А сколько киловатт стоит? Где-то 30 центов в Германии. Опять же, это выше, чем во Франции, но все равно достаточно дешево. Then the climber can go up and down with electric energy. Has electric motors attached. Ну, опять же, у нас есть электрический мотор, который, в принципе, позволяет идти по передвигаться по этому канату. Гравитация тянет всю эту вниз, а центрифуга вверх. То есть кабель, он все время натянут, создается определенная сила со стороны, сторонняя сила на кабель. То есть слева вы видите какие-то такие линии, которые создают свободное движение в кабеле. И мы говорим о максимуме где-то несколько сотен метров. It's really not. Опять же, если мы идем на какие-то вибрации, a lot of vibration in terms of spatial vibration. То есть космическая вибрация, то кабель для Земли, а это кабель для Земли, был бы где-то 144 километра. Где-то 144 километра длиной. И вы видите, что здесь свободное движение кабеля, которое создает определенные вибрации на кабеле. Опять же, если вы, и вы, в принципе, можете затушить эти вибрации. Если же поднимающийся идет вниз, вверх по кабелю, у вас, опять же, будет определенная осцилляция. Возможно, то есть кабель будет шататься в несколько метров, но, опять же, это допустимо. Но давайте поговорим о сильных кабелях. То есть какие же у нас есть действительно прочные на прорыв материала. То есть мы сейчас говорим о линии. То есть на какой длине произойдет разрыв кабеля под своим собственным весом. То есть углевые материалы могут доходить где-то до 11,3 километра длины. То есть это прочность на разрыв. Для лифта Земли вам необходимо примерно где-то 250 километров. Но у нас уже есть такие материалы, то есть тот же спектр-2000, полиэтилен, он имеет прочность 316 километров, прочность на разрыв. Почему нам важно все это? Потому что из-за магии тейпа. И была публикация от Джереми Пирсона в 1975-м, который объяснял, что в принципе вы можете сделать с любым материалом, в том числе и со сталью, но вам нужно просто сделать ее намного толще в центре гравитации, чем с другой стороны. For weak materials, that the elevator becomes not feasible.
So I show you this magic. Но при этом это толщина становится такой, что для для материалов, которые не прочны на разрыв, в принципе, это нереально. То есть давайте посмотрим на эту диаграмму здесь. То есть вот мы видим здесь полимеры и углепластики. То есть вы видите, что для Земли здесь было бы в тысячи раз толще. Но проблема не только в том, что сделать что-либо толще. Но она в том, что вы начинаете с сантиметра, а потом вы нужно будет сделать в ширину, скажем, там, в десятки метров. И, опять же, если мы говорим о кабеле длиной более 100 километров, то все это становится практически нереально. Если представить, о каких массах и объеме материала мы говорим. Для существующих материалов, если, скажем, у вас доля тейпер, то создание этого лифта в космос, оно возможно. И мы сейчас поговорим о ленточке, материалы. У нас есть очень мало спутников, искусственных спутников вокруг Луны, с которым можно этот кабель мог бы столкнуться. У нас нет атмосферы, чтобы сломать как-то этот кабель. Практически нет космического мусора вокруг Луны. То есть элеватор вокруг Земли достаточно как научная фантастика. Вокруг Земли, то есть это как научная фантастика, а вокруг Луны это, в принципе, можно сделать. Одно слово по поводу того, как, собственно, подниматься, по поводу лифта самого. То есть это, конечно, серьезная проблема, но она далеко не самая сложная во всем этом проекте, во всей этой идее. И там есть интересный концепт, когда у вас есть, скажем, электрический мотор, и у вас есть генератор электричества на основе из солнечных лучей, то, в принципе, все это можно сделать. То есть, давайте опять же придем к тому, зачем вообще все нам это нужно. Вот тот же лифт космический. Опять же, физика космической транспортации, перемещение. То есть первое, что если мы это сделаем, что, о чем мы избавимся, это изменение скорости. То есть один из ключевых компонентов уходит. То есть в ракете нужно будет делать намного меньше работ. И не только этот номер, первое число уходит, но и второе также. От числа мы избавляемся. Потому что ваша ракета еще делает еще меньше усилия. То есть, по сути, вам можете, если вы сейчас запустите Орион 5, а ракету то вы доставите на орбиту где-то 7 тонн. При том, что сейчас это где-то примерно всего лишь 5 килограмм. То есть примерно менее 5%. Менее 10%, извиняюсь. Что может, в принципе, что у вас может быть практически просто бесплатное перемещение груза с Земли на Луну. Вот это компьютерная программа, которая публично доступна в сети, в интернете. Я покажу, еще не вернусь на самом последнем слайде. And on this central ring, вот здесь вы видите на центральном кольце, центральное кольцо, и это лифт к Луне. Так, я сюда поставлю зеленую точку. Так, я сейчас возьму. Так, вот это моя полезная нагрузка.
Тогда давайте сейчас позволим, пускай Земля вращается, и видите здесь масштаб где-то 512 тысяч. Пока Земля вращается, Луна также вращается, хотя в меньшем мере, как все это переходит в позицию прямоугольную 90 градусов, то мы просто отсоединяемся от кабеля и просто имеем как бы свободное падение под действием гравитационной силы. Чем дальше от Земли, все становится медленнее. Конечно, каждый оборот Земли — это один день, и в определенный момент вы можете получить такую траекторию, когда у вас будет рандеву, то есть встреча с лунным лифтом, используя который уже можно будет опуститься на поверхность Луны. То есть у вас было бы прямое соединение с Земли на Луну и обратно. С Луны вы можете привезти назад любой материал, золото, платину, с Луны на поверхности к Земле, не используя никаких-либо ракет. Это нам бы принесло выгоды, экономические выгоды. Можно было бы ставить на Землю энергию. То есть здесь на этой анимации мы показываем разные там структуры. То есть вы, по сути, мы можем делать космические отели всего лишь потому, что вы как бы хакнули небесную механику. И это, собственно, и является основной идеей, которая делает космический лифт интересной идеей. Последний пункт, о котором я чем сказал, хотелось бы сказать, это то, что у нас еще один будет доклад от моего босса в 8 вечера в комнате 1, который будет говорить о деревне на Луне. И последнее слово для сообщества. Здесь будет пара ссылок, пара адреса электронной почты, которую вы можете использовать, чтобы загрузить презентации и узнать больше о космическом элеваторе. Извините, космическом лифте. Спасибо. We have a rather generous half hour for Q&A. Так, теперь у нас есть практически полчаса на вопросы-ответы. Пожалуйста, выстраивайтесь у микрофонов для вопросов-ответов. Микрофоны по всему залу. Вставайте в очередь. И, конечно же, у нас есть и вопросы с интернета. Если вы в чате смотрите. Начнем с микрофона 2. Hello. Thank you very much for your talk. Спасибо большое за ваш доклад. Что мне было интересно, это то, что вы совершенно не упомянули. Если бы возникли какие-то дополнительные проблемы с кабелем, ну, будь они вызваны либо по гравитации, то есть были ли бы они действительно серьезными проблемами? Спасибо за вопрос. Я, конечно же, не упоминал это. И ответ в том, что согласно модели Пирса, то можно сделать нагрузку на кабель одинаковой по всей длине, при условии, что мы делаем основание более толстым. То есть мы уже думали об этом, конечно. Just a little announcement. Please try to be quiet. And if you need to leave, leave very, very quietly. And if you don't have to leave very urgently, just do us the courtesy and wait until the end of the talk. Thank you. Could we get an internet question, please? Пожалуйста, вопрос интернета. Could we get the microphone, please? Передайте им микрофон, пожалуйста. Is it already known how the elevator affects the Earth's rotation? Это известно, как элеватор действует на
Известно ли, как лифт, собственно, повлиял бы на само вращение, на вращение Земли? Это совсем не влияет. A lunar cable of about 1,000 tons will not affect any. Если бы мы присоединим кабель несколько тысяч тонн, то это никакого влияния. То есть даже кабель в 100 тонн, да, они ничего не изменят. Никакого влияния не кажется. What are the implications for further space exploration missions starting from the moon, or does that have are there any implications for this? Есть ли импликации от старта исследований? То есть, по сути, как это все, вот эта программа повлияет на другие программы космического освоения, которые уже развиваются? И ответ, безусловно, это сильно повлияет на миссии к Марсу и даже таким удаленным, как Центаури. Просим о Центаури. Спасибо за хороший доклад. Я постараюсь очень быстро прочитать вопрос. Мне кажется, что большинство причин для того, чтобы дойти до добраться до Луны, кроме науки, это, конечно, могли бы быть решены намного проще. То есть я думаю, к примеру, одной из причин это заправка космических кораблей или с тех же самых. Но почему в этом для этого, скажем, можно. Почему не добывать тот же топливо с астероидов, что было бы, наверное, легче? Это хороший вопрос, и я думаю, конечно, мой босс ответил бы на него лучше, но дайте мне уж попробовать. Да, и моя работа, на самом деле, смотреть на разные архитектуры, на самые разные пути. И вы абсолютно правы. То есть, если бы у нас была основной целью именно перезаправка, заправка космических аппаратов, то, конечно же, Луна — это не лучшее решение. И вы в этом правы, конечно. Но есть и другие причины. Для постройки этого лифта. То есть, если вы хотите, скажем, экономически эксплуатировать Луну, допустим, добыча ценных материалов, ценных полезных ископаемых с Луны, то это уже является экономической причиной для экономическим обоснованием для этого. Но давайте поговорим об этом. После. Есть ли у нас вопросы с интернета? Вы рассматривали нанотрубки, либо же графитовые материалы? Углеводные нанотрубки? Были ли бы они хорошими материалами для космического лифта? Ответ. Да, конечно же, это отличные материалы, но у нас их пока еще нет. На TEDx я читал доклад про то, как я был тогда немного раньше, молодой, и я тогда был не уверен, но там я именно то писал. Почему? Поскольку нанотрубочки у нас просто их нет. Мы еще не научились их изготовлять. Так, еще один вопрос. Вы говорили о том, что у нас были материалы, что у нас есть материалы, чтобы построить лифт на Луну, но у нас нет пока таких материалов, чтобы построить лифт на Земле. Их нет, таких материалов у нас? Да, вы правы. И я приглашал вас выступить с докладом в следующем году. Да, у нас, конечно же, все-таки есть разные варианты, но все они не являются какими-то безопасными. Они прям имеют свои проблемы. И этим занимается целое сообщество, которое старается сделать это возможным. Но главное же преимущество, которое бы дало нам, не знаю, операционное преимущество,
по эксплуатации, если бы мы создали именно вот этот лунный лифт? Разве вам не нужно топливо на борте, чтобы, чтобы оно двигало, чтобы перепозиционировать его? Да, мы собираемся использовать либо электрическую энергию, получаемую из Солнца, либо же различные электромагнитные силы Земли. Когда вы едете на Луне, можете вы свободно выбирать, где вы приземляетесь? То есть можете ли вы, по сути, перепозиционировать свой лифт, чтобы выбрать, где вы именно приземлиться? Да, у нас есть публикация по этому поводу. То есть, по сути, просто изменяя именно высоту, позиционирование. Но на самом деле, когда вы уже на поверхности, вы все же можете уже просто ехать как на машине. Да, безусловно, и вы правы, потому что с той же ракетой мы можем свободно выбрать место, где приземление. С лифтом это не настолько просто. У меня есть вопрос насчет ошибок. И как это различается между Землей и между Луной? То есть, во-первых, кабель на Луне, если он отсоединится, то есть он, конечно же, он просто будет уничтожен при столкновении с поверхностью Луны. Это приведет к тому, что практически весь материал будет разрушен, ну, еще где-то 10%, и 90% окажется на поверхности Луны, а еще 10% просто улетят в космос. Ну, у нас не все, на самом деле, конечно же, изложилось в своем докладе, но мы предпринимаем меры к тому, чтобы кабель, в принципе, вообще никогда не порвался. Видел на ваших слайдах, что исчисление кабеля было бы 250 километров. Ну, по сути вопроса, да. Каким образом вы пришли к тем числам, которые вы получили? То есть, где вы получили, как вы получили тоже 250 километров при тех длинах, которые были? И вообще, возможно было бы отправлять людей таким лифтом? То есть, ответ. Единственная причина, почему у нас вообще такие программы космические есть, потому что... Вы не можете делать людей маленькими. Да, если бы могли, то да, это было бы все намного проще. Технически у нас есть маленькие люди. Очень маленькие люди. Можем ли еще один вопрос интернета? Пожалуйста. Эти вопросы не понял. Оба, то есть источником энергии он мог бы быть, или в зависимости от того, какого материала вы выберете. Но для Луны это нет. То есть, наверное, вопрос был, можно ли именно пускать ток по материалу, который будет использоваться для построения лифта. Вопрос сказал, то есть космический лифт был бы невозможен с теми материалами, которые у нас есть, сейчас есть. Что по поводу... Не расслышал. То есть вы спрашиваете по поводу... То есть мы пытаемся соединить оба конца кабеля к Земле. А, я вообще никогда не слышал об этой концепции, но на самом деле спасибо за это. То есть вы говорите, по сути, о зацикливании. Ну, наверное, звучит интересно. И позвольте мне, конечно, исследовать это, прежде чем отвечу на вопрос. Если вернуться к вашему вопросу в начале,
Can you give an estimate, maybe an optimistic or realistic estimate on the timeline? How fast the research? Можем ли примерно оценить, насколько далеко эти исследования продвинулись? То есть, если был бы президент мира, то я бы сказал 2015 год. На самом деле, многое зависит от решений, которые принимаются на глобальном уровне. То есть вы сейчас посмотрите администрации там, США или здесь, в Европе, которые не способствуют получению глобального знания. Но если мы примерно посмотрим на лунную программу Европейского агентства, то я в принципе уверен, что к середине 30-х годов у нас будет постоянное поселение на Луне. А затем необходимость к тому времени груза, она заставит именно людей построить этот космический лифт. По поводу добычи ресурсов. Now by Elon Musk and SpaceX. I was wondering if you could talk about the cost effectiveness of reusable rockets versus space elevators in terms of focusing our resources that we have currently. То есть, по сути, насколько все это экономически лучше или хуже по сравнению с теми же ракетами Илона Маска, которые можно использовать несколько раз многоразово. И ответ. Ну, космический лифт позволит нам снизить цену там где-то с десятка миллионов за килограмм до намного меньших цифр. Но при этом космический элеватор, он все равно позволяет получить намного меньшую стоимость отправки груза. Но опять же, чтобы построить его, это тоже будет непросто. И нам нужны инвестиции бизнеса. Если бизнес не будет заинтересован, или кто-то еще не даст нам деньги, то никогда это построено не будет. Спасибо за доклад. С точки зрения доклада, я понял так, что это возможно сделать лифт на... То есть, к какому времени мы говорим? То есть, we have made a couple of experiments with space tethers that were quite successful, and we have that in our knowledge base. The reason why ESA is not engaging in it is because our task is to enable research for our member states. То есть, на самом деле, у нас нет как такого программы именно по построению этого космического лифта. То есть, чем мы сейчас занимаемся, это просто исследование этого проекта. И для чего мы это делаем? Чтобы все, с кем мы работаем, разные страны, все-таки занялись этой проблемой. И некоторые из них уже действительно имеют какие-то временные рамки. Большое спасибо за доклад. У меня вопрос к аргументу, что нам не нужно рисковать людьми. Ну, по сути, что вы скажете по поводу аргумента к тому, что, в принципе, людям в космосе делать нечего, это дело для роботов. Так, но представьте на секунду, что я немного умнее, чем на самом деле я есть. То есть, ну, во-первых, действительно, цена доставки грузов в космос очень высокая. Не забывайте, что за каждый евро, который мы инвестируем, они получат 5 евро назад. Второе, это то, что космос сегодня, это примерно 1% или даже менее 1% национальных расходов. То есть это не является большой частью национальных бюджетов. Второй момент, да, то есть когда мы говорим о космическом риске, этот риск — это только риск для тех космонавтов, которые летят. То есть вам, те, кто останутся на Земле, у вас риска особого нет. То есть, ну, это и есть риск.
Да, но опять же к аргументу, то есть можем ли все это сделать без людей? То есть я не то, что его поддерживаю, этот аргумент, мне интересно ваше мнение. То есть зачем мы все-таки продолжаем, хотим настолько отправлять людей? Ответ. Я не хочу, я не могу исключить, что в один день у нас будут действительно умные машины. By just having my glasses, my shades, hanging out of my mouth, right? Not putting them on, just put them in your mouth. No security camera will recognize your face. So that tells you there is not приводит какую-то шутку, так, и смысл которой в том, что security sector has billions and billions of euros to spend on this stuff. Что иена, скажем, миллиарды долларов тратится отрасль безопасности. That there will be intelligent robots very soon. And I am still waiting for them. I'm sorry. But it could be there. Уже давно, уже десятки лет уже говорят о том, что будут у нас какие-то умные роботы, но уже десятки лет ждем, и их нет. То есть, да, возможно, конечно. Yeah, that's a brilliant question, and I skipped that in my talk, and apologies for that. Thanks, and that's why. То есть вообще какого, каким образом мы все-таки сможем ли построить этот кабель? Каким образом мы его будем строить? Да, классный вопрос. То есть ракета могла бы доставить кабель, ну, на сотни километров. И к этому моменту к точке стабильности. Но опять же, когда уже доставлен, то кабель уже будет оставаться там 10 лет. По нему можно понимать и спускать так часто, как ты хочешь. Space elevator wiki that I'm listing here on my links, because there is some information there. Опять же, посмотрите, пожалуйста, те ссылки, которые привожу, там много об этом указывается. У меня два вопроса. Первый. Каким образом мы собираемся построить этот кабель? Транспортируем ли материал с Земли или на Луну, либо же мы будем использовать местный материал на Луне? Второй вопрос. Как мы, собственно, построим кабель? Используем 3D-принтеров или как? То есть первая часть вопроса. Оба варианта существуют. То есть да, мы можем принести материал с Земли на Луну. Это более безопасный вариант. И либо же мы можем построить, по сути, как целую цепочку, когда мы приносим по кусочкам материал и добавляем как бы на него, по цепочке строим, по чуть-чуть. На самом деле я специально не поставил много слайдов в свою презентацию, потому что я хотел, чтобы вы мне задавали больше вопросов. То есть, да, мы предусмотрели, что даже если одно из кольцов будет порвано, то весь кабель не порвется. Что, собственно, должно позволить, чтобы командам подняться вверх и починить кабель. Либо же вниз подняться, опуститься и починить его. И отрегулировать... Could we get number 6, please? Arthur C. Clarke has written the book Fountain of Paradise, and where he described the elevator concept. And there have many papers written about this concept too, using hyperbolic structure, like. Ты по поводу концепции, да, вот этого элеватора. То есть уже я читал не достаточно много публикаций по этому поводу. Мне вот интересно. Сколько времени заняло бы поднять, скажем, человека с Земли до Луны? Видите, вот в стратегии глобального исследования космоса предусматривает, что по крайней мере до 2025 года у нас международная орбитаемая станция. И, собственно, можем ли мы ее использовать как то, чего, собственно,
отпрыгивать для отправления людей к Луне. Да, я знаю той книги, о которой вы говорили. Она хорошо рассматривает именно свой экономический эффект пребывания на Луне людьми. Честно говоря, там очень интересные аргументы приводятся в книге, и, честно скажу, я не все из них конкретно просмотрел, не все из них так по поводу времени, это мы говорим о месяцах, и в принципе мы можем немного это ускорить. То есть мы, конечно же, можем идти, наверное, и сотни километров в месяц. Но опять же, это все-таки мы говорим о неделях или о месяце. И опять же, спасибо за ваш вопрос. И здесь и Роскосмос, и НАСА, и Китайское космическое агентство. Могли бы вместе создать какой-то промежуточную станцию для исследования как раз-таки Луны. Вопрос достаточно, возможно, вам покажется наивным. Поднятие по лифту, оно не будет ли создавать момента, обратного момента? Да, но, понимаете, он настолько маленький, что, скажем, даже кабина в одну тонну, извините, 2 тонны. То есть поднимать в лифт 2 тонны, на приходилось быть примерно около сотни тонн кабеля. Тысяча. И все это можно компенсировать небольшим движением, чуть-чуть ниже, горизонтальным движением. Это горизонтальное движение может предоставить энергию для соединения, для стыковки. И когда вы стыковали кабину, но это небольшие изменения. И опять же, все это осцилляция, которую можно компенсировать в горизонтальном плоскости. Допустим, мы построим элеватор на Луне. Насколько он был бы вообще полезен? А полезность его, так мы вернемся к этому, этой картинке, вот здесь. То есть мы с него убираем дельту, то есть разницу наполовину. То есть мы наполовину, то есть мы вдвое уменьшаем затратные составляющие. Достаточно ли это для экономики? Я не знаю. Вопрос. Вы говорите про экономику. Есть ли консенсус по поводу того, кому принадлежит Луна? На самом деле есть консенсус официальный ООН, который говорит о том, что никакая нация, никакая страна не может владеть Луной. И это относится в том числе и к компаниям, к фирмам, потому что они также юридически относятся к той или иной стране. Но как все это будет, кто его знает. Уже сейчас уже много дискуссий по этому поводу. Я думаю, нам просто нужно подождать. Возможно, у нас есть шанс оккупировать Луну. Вопросы из интернета, пожалуйста. Если путешествовать из Луны на Землю, то нужно ли какое-то топливо, да? Нет, потому что мы бы совращали с Землей. Конечно же, если есть какой-то очень ветер на больших высотах, то есть первое где-то 140,
скажем, 140 тысяч. Нет. Так, когда математика на сцене, это просто ужасно. Попробуйте один раз в один день, когда-нибудь. То есть первый где-то 99,9%. А кабели будут в вакууме. И последний участок всего лишь будет где-то 30 километров. То есть лишь 30 километров будут в воздухе. И вы будете чувствовать, что воздух становится более плотным. Но на этом моменте вы все еще находитесь в этой кабине, в лифте, в кабине. Так он... Вы сделайте его, пожалуйста, коротким. Спасибо за хороший доклад. На самом деле, мой вопрос достаточно простой. В принципе, такой же, как и который только что был. То есть, хорошо, скажем, да, вы ответили на то, что, да, кто бы владел Луной. А мой вопрос, кто бы владел самим лифтом? Думаете ли вы, это был бы на самом деле публичный проект, либо же частный? Отличный вопрос. Я действительно не продумал это, но мой ответ был бы, вполне вероятно, что он был бы частным, потому что преимущества, которые мы получаем, они действительно преимущества бизнеса, экономия на издержках. Потому что это огромная инфраструктура. Но, то есть, возможно ли, в принципе, построить такой огромный проект, такой крупный инфраструктурный проект, не учитывая интересы разных стран, потому что не все страны могли бы быть довольны таким проектом. То есть здесь придем к такой геополитике. Эту проблему описал Кларк в своей книге. Очень хорошо. И у меня нет ответа для вас. Пожалуйста, поаплодируем будущему президенту.